Я все равно постараюсь из всех сделать людей, чтобы все достойно выпустились. Благодарные ученики поздравляют любимого педагога теплыми словами. Что может быть приятнее? В повседневной жизни для Галины Лемьевой такое внимание непривычно. Но сегодня особенный повод. Историческое событие, первая и сразу юбилейная выставка, итог многолетнего творчества. Галина Николаевна работает в художественном отделении 25 лет, но только спустя эти годы ее работы, наконец, вышли в большой свет. Самые любимые работы, наверное, работы больше уже связаны с внутренним душевным переживанием. Это вот, допустим, вот здесь представлены работы с ангелами, с религиозной направленностью, с душой, что-то связано вот с ребенком, который там смотрит на шарики, всматривается. То есть вот такие работы, созерцание, что-то, раздумывание, которое призывает к размышлению. Галина Лемьева – человек глубокий, с творческим мышлением. Спонтанная, не наполненная смыслом работы – не ее профиль. За полотно всегда садится с четким представлением того, что хочет получить в итоге. Этому же учит и воспитанников. За четверть века педагог выпустил из стен художественного отделения без малого сотню ребят. Каждый нашел свой путь. Среди ее учеников есть врачи, архитекторы, журналисты и нефтяники. Не все стали художниками, но у каждого осталась творческая жилка, уверена Галина. Она нам как друг, она может и подсказать, и посоветовать, и истории рассказать какие-нибудь жизненные из опыта. На вопрос о том, почему она решилась открыть собственный вернисаж только спустя многие годы, Галина Николаевна так и не нашла ответа. Возможно, из-за свойственной ей природной скромности. Женщина не любит говорить о своих творческих планах и успехах. Считает, что оценивать творчество художника должна публика. Любовь Шитова, Денис Михайлов, специально для новостей.